Расих Хисамудинов хорошо помнит, как начинал работу над обелиском полвека назад. Ветеран труда прожил в селе Морты всю жизнь. Создать монумент решил к 25-летию Великой Победы. Такого раньше не было ни в одной деревне. Предложил председателю два проекта. Он поддержал. Но не было материалов, пришлось проехать по всей деревне. Собирал трубы для памятника. Так общими усилиями появился этот 18-метровый обелиск. С тех пор памятник сильно обветшал, но денег на реконструкцию не было. Тогда сельчане решили нужную сумму собрать по программе самообложения. Расихабай, ему, конечно, под 90 лет его работу продолжил его сын Хисамутинов Алмаз. Все это делалось под его чутким руководством. Теперь здесь новые знамя, плиты и кованая ограда. На обелиске больше 200 фамилий. Погибла почти половина солдат-земляков, ушедших на фронт. Люди говорят, теперь не только монумент, но и село выглядит по-новому. Оригинальный памятник получился. Я считаю, это очень нужное дело во всех деревнях, во всем районе. Это имеет смысл патриотического воспитания. Официально открыть мемориал после реконструкции решили весной, когда завершатся работы по благоустройству территории. На 75-летие Великой Победы сюда придут всем селом. Рамиль Галиуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Елабужский район. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.